Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Магазин «Точка» только до 3 февраля проводит грандиозную распродажу женской и детской одежды. Для вас в ассортименте платья, юбки, брюки, блузки, головные уборы и многое другое. Вас рады видеть по адресу улица Гагарина, 21, возле Сбербанка. И это была вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – «Окна века». Компания «Века» – это один из ведущих производителей ПВХ-профиля. Для вас очень выгодная цена. Минимальный срок изготовления – 10 дней. Беспроцентная рассрочка платежа. Первоначальный взнос после установки. В стоимость входят замеры, демонтаж, монтаж, расходные материалы, монтажная пена, вывоз мусора. Окна, балконы, лоджии «Века» – это тепло, комфорт и безопасность. По данным синоптиков, завтра, 3 февраля, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 33-35 градусов, а завтра днем 28-30 градусов ниже нуля. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всего вам доброго. До свидания.